Житель Зеленогорска пошел на кражу ради незабываемого свидания. Он хотел подарить своей девушке розы, однако денег на букет у него не оказалось, и парень решил его украсть. В павильоне он попросил продавца упаковать 3 алых цветка, а после выхватил букет у нее и убежал. Встретиться с подругой мужчина не успел, его задержали по горячим следам. Цветы полицейские вернули в магазин, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Горе-романтику грозит до 4 лет лишения свободы.